Три вроде. Павел, как ей вначале? Кто сказал 10? Не знаю. Ты по-моему рослый. Митя рослый. Слушай, Атинка, кинешь кружку овцу, сейчас как начнем бить моба. Павик, звезду сюда тяни, а Суслятинка кидай овцу на кружку. Прок никто не трогает, все точечно в звезду играть. Варенька кидала. Жесть. О, братишек. Я теперь кожечку ливать. Перевей его, чё тебе так? Так, Сусякинка кинешь овцу звезде. Так, сектор газа кинешь кружку. Стойте пока на месте, идите маги кидайте, а ты славить трусы забираешь. Кидайте овцу. Кидайте в трусы. Тоненькие, зеленую меточку ищите. Выводи, выводи его сюда, не бойся. О, и все, если я не играю. Ребята, 5 человек желающих в кишку. Кто там не был, не вижу смысла вас туда отправлять. Ну, в туннельчик. Туннельчик. А почетное, кстати, место. Убейте. Славик, ты уйдешь в туннель, напитки останется тебе с нами. Танчит там арену. Кин, смотри, твоя задача на арене сейчас будет танчить трэш, лужу, не допустить того, чтобы трэш прибежал в центр. Твой приоритет всегда будет защитник. Я тебе буду говорить, ты будешь его точечно агрить на себя и из рейда выводить. Поставьте шкафчик. Суманим сейчас, ребят. Значит, хаба, ты идешь в туннель. Кто там еще раз идет в туннель? Я еще стрелок прописал, не видел. Хаба. Это Conscurit, сектор газа. И Void. Так, сектор газа, смотри, так как ты идешь в туннель, овцу кидаешь нам на моба, на любого вообще. Там контрольте, не торопитесь, мы будем лайт режим делать. Сразу в трэш никто не вливается. Бо вас не убило. Сейчас пробафан. В туннеле весь трэш контролится. Conscurit ты можешь там вихрь покидать. Сектор газа овцу. И постоянно будете двигаться за Славиком. В звезду дам. Сейчас Славик одного моба агрит, а вы двух других контролите. Conscurit и сектор газа. И все будет отлично. Так, Славик, забирай слизня большого. А Питкин ты остальных всех мелких. Дальнего моба никто не агрит. Просто зеленый никто не трогает. Санек, дай каску по... Кай по... Колоку каску. Дайте, я
Какую ачивку попробуем сделать? Молния или кровожадность? Ой, молния точнее, или... Или без смертей, даже не знаю. Да, без смертей. Ну, без смертей очень сложно, но... Желательно, конечно, разрешить бы больше. Не надо, какие ачивки. Не трогайте, не трогайте, не трогайте, не бейте, блядь. Бейте, не бейте его, ну не трогайте. Не трогайте, хант хуярит. Или охуярит. Как дела, блядь? Вы дураки, нет. Не трогайте его, зачем? Да все, пизда ему. Заходите в комнату. Заходите в комнату. Так, Питки, не забывай, ты на арене остаешься. Все в синий квадратик идите. Кто бил? Скажите мне, Славик, кто там его бил? Ну, хант видел. Лилия там вообще. Она потом перестала. Сейчас смотри, Питкин сейчас пойдет трэш, твоя задача не допустить, чтобы он в центр зашел. Завоевателя агри и выводи с рейда. Ты весь трэш агришь на себя, Питкин, и выводишь с рейда. Лилия, смотри, ты его носишь на панель и кокосина. Ментальный страх. И когда, короче, мобы в нас заходят, вы даете его по очереди. Кокосина, твой первый эфир. Так, моб вот идет, короче, защитник. Трусы поставил. Дал ему стан, и все от него отбежали. Отбежали, отбежали оттуда, в центру уходите. Бежали от него подальше и стоим, спокойно себе бьем. Кин его выводит из рейда. На протяжении всего трая. Следующий стан защитнику, а кто уголы твой. Только видишь его, сразу станешь без моей команды. Стоимся в синем квадратике. Защитник вышел, сразу переключили, из него сыграли. Только за игру следите. Защитник, вышли, вышли, вышли оттуда. Вот в другую сторону сместились, в синий квадратик. Бьем защитника. Играйте, играйте в него. Заливайте, остановись у нас. Хорошо. Ребята, смотрите, по моей команде я когда скажу, Славик, ты останешься наверху, босса спустишь. А, нет, Димон, ты останешься, я скажу, ты спустишь. Останешься там наверху, больше его убить. Защитника. Переключились. Сыграли защитника. Вспомните, как раньше с рука били, там, рейндж 10-12 метров. Друг от друга примерно наберите. Это на второй фазе, не сейчас. Все спокойно, все боссы убить. А главное раньше. Танки меняетесь по дебафу, Войт и Питкин. Давайте, массы защитника нету. Баф называется дисбалансирующий удар. Ну, я тебе скажу, Питкин, ты сагришь на себя, будь готов. Защитника. Бейте, бейте его, защитника, бейте. Ушли от него подальше, отходите. Он очень сильно бьет, сейчас закрутится, если. Смотри, как будете готовы, вы скажете. Кто босса не агрит? Хант, Джерин, ты остаешься там наверху. Димон, слышишь меня, да? Димас. Ну а хули ты тогда, блядь, моба бил, если я тебе сказал, что ты его не бьешь? Спускайся вниз, Литрион, сейчас сдохнешь. Блядь, Гусинда. Только бейте, наберите раньше. Бейте босса. Давайте, рост. Все, Питкин, готовься, наберите раньше между собой 10-12 метров. Милики, РДДшки, не стойте вплотную. И просто стойте. Бейте босса. Ким, готовься, скоро будешь выбирать. Скоро Славик поймает дисбалансирующий удар. Вот, все, Питкин панч.
Конскюрет, вот сейчас резко перепуха. Перепух, пока не вставай. Я скажу, как вставать. Пух готов? Резнули тебя? Танчи, танчи, вставай, вставай. Слава, хилим. Слава, держи на себе пока. Конскюри, дай мне маны. Поперу. После молнии, так, хаба. Ставь тотем прилива маны. Ставь. И... Лилия, уже. Читай. Понял. Какой себе начитай гимн на ману? Питкин, танчи. Перепух ресовый, да. Прямо сейчас реса, 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 скорее. Ресовый, да. Пух. Ну вот бей, стресса его быстрее. Не, Вуди резко. Че ты не встаешь? Вуди он леса. Понял. Или с грехом пополам. Я сдаюсь. Вам всем конец. Ну да, бессмертей сделали. Почти бессмертей. Мне понравилось, давайте еще раз. Смотринка хорошая, хорошая напоследок. Прям бессмертие делать и всякие разные, короче, ачивки, то это точно не за 2 часа. Надо идти сюда минимум часов на 5, на 4, чтобы я все объяснял, разжевывал, и тогда уже можно играть ачивки. Так, у нас сейчас, по-моему, зал воспоминаний остался. Да. Генерал Визекс. Сань, сколько сколков? Один только был, да? Это второй. Отлично. Сколько у тебя сейчас? 25. Ай-яй-яй. А что, 30 надо, да? Да. 25 есть, в смысле? Да, и 25 есть, 5 осталось. Если как-то так набрал, если... В смысле, блять, уже 3 или 4 месяца хожу. А. Ну, это еще ты, ты с пугами ходишь, да. Или что, или не? Не, только с гильдии. Я готов. Славик, можешь идти. Где каску поведу, пристабав. Внизу и танчи. Паладинов много, можете станете этих больших уродов. Косты им позбивать. А кто следующий на очереди? Ну, ланнер. Кралька, по-моему. Может, я не знаю, но я там Олег в список включал. У меня 2 сколочка есть. Кажется, быстрее пройдем, уже 2 босса осталось. Кого больше победить? Звездочку играть? Мне маны, пожалуйста, конспирит. Сейчас идет только Void. Все остальные все стойте тут. Хант на пулевой. Бога, иди вместе свой дом. Не бейте. Пока ждите. Все, теперь бейте уже, бейте. Убивайте массы.
Хан, давай, ставь, подрубай. И побежали, Димас. Другого проверяем. Кто вниз не спускается, весь рейд сейчас стоит в синем квадратике. Сейчас на платформу придем. Вниз только танки. Питкины и воют. Психилы хилят, войда. Питкин тоже иди вниз. Притягивай их там в кучу, собирайте. Давайте нас. Магеддон, прожмись. Не заблема, сюда зря ты туда спустились. Я приставал в каску по Питкину. Че там еще не хватает? Кулак. Будьте внимательны, кто на платформе стоит. Шаг назад, даже три сделайте, и потом уже вправо отбегайте. Да, в меточку становитесь. Все, а танки подводите к нам. Нужно подойти поближе. Также точечно играйте, масс. Не спускайтесь. Стражей дольем и бомбу убить. Два босса осталось на вроде. Там изменение, изменение. Напоминаю, сейчас будет босс. Он будет кидать копье, от которого вам нужно будет убежать. Сейчас внимательно смотрите. Опа, ты должен копье кинуть. Анимация у него такая примерно. От него вы отбегаете, от этого копья. Слишком далеко. Так, дам сейчас две метки. Санек, спекнись в хила на этом боссе, окей? Похилишь танка, там в ногах постоишь. Так я иду в хиле, Финн. А, окей. Смотрите, две метки будет. Димас, ты слышишь, поводишь рейд? Я метку на тебя дам. Ты в РК? Слышишь? Все отлично. Пати фулл баф давайте и будем начинать. Ресайте ману. В бою мана не будет ресаться. Сейчас, Славик, подойди поближе к боссу, только не прям в упор. Все милики, абсолютно все, идут к Славику сейчас. Абсолютно все милики. Добавнулось? Ничего будем делать, будем начинать. Сейчас внимательно ники свои слушайте. У нас есть две метки. Круг и звезда. Прям по стандарту. Ты слева, я справа будешь. Выйди на рейндж, чтобы я ники назвал и люди в тебя шли.
Слушайте внимательно, кто идет в звездочку и на протяжении всего трая будет в звезде там стоять и от фиолетового копья убегать. Смотрите, Конскьюрит, Перепух, Сектор Газа, Суслятинка. Вы идите в звезду. Соответственно, Сарейс, Лилия, Вуди, Ален, Кокосина идут в кружочек. Так, Хаба, ты в звезду идешь, в звезде хилишь, по фреймам до кого достаешь. Кокосина, ты справа со мной тут. Все, Санек там будет в ногах. Теперь, ребята, милики, смотрите, ставлю метку, короче, на трусы, на зеленые. Леха Козырь, подходи в ноги к боссу, как на ребре, но ничего никто не тыкает. Вставайте на исходную, и по моей команде Славик начнет. Никто ничего не тыкает, просто все милики подходят в трусы зеленые. Вот, и стоите во фрейме босса, как на ребре, короче. Последний чек, и будем начинать. Все, а ты, Санек, точечно хилишь Вейда. Все, Славик, начинай, никто не бьет, только Славик один. Пусть он агро набьет, за агро следите, это очень важно. Хиль. Вейда. Подбежали, Хаба, отбежали, другая метка отбежала. Все, вернулись, теперь начали бить. РДДшки за агро следите, очень прошу. Пробьете, вайпнемся. Смотрим внимательно, копье. Моя группа побежала влево, вправо, без разницы, отбежали. Вернулись, стоим, бьем босса, за агро следим. Другая пати, Джерриана. Бежали, вернулись. Вытягивание жизни, на ком метка вытягивания жизни, в идеале, перпендикулярно к выходу. А, другая пати. Чё вы глазами смотрите? Отбежали, вернулись. Дед, резайте его. Бесполезно, уже ничего не поможет. Кто агро сорвал? Да никто вроде не сорвал. Иван, даю, падайте, не хильте. Тебя ваншотнуло, что ли? Да хуй знает. Питки, ты пойди зайдешь, Славик, на БДК, потанчишь этого босса, потом на медведя на своего сраного уйдешь. Как тебе такой вариант? Отлично, умирайте. Походу просто не прожался, и он уебнул там стычки. Да не, даже не уберсы не было. Я не знаю, чем он убил, там даже не написано. Тебе не выстоять. Нормально, Кокосина, стой, где ты стоял вообще до этого. Стой, Питкин потанчит, да и все, я в кота. Ну я просто не уверен в нем. Он, видишь, он тактики не знает. А что там знать, блядь, ЛПшки нажимаешь и все. О, нахуй. Я ему где-то присмотрим. Проще будет, поверь, я не хочу второй раз вайпаться. Сука, как будто там какой-то особый скилл нужен, блядь. Ну плюс 0 в 19 тел, блядь. Бы с четырьмя хранителями это убить. Так, портал, короче, обвалившаяся галерея вроде. Спускаемся налево.
Это я лучший игрок гильдии, между прочим. Один из лучших, наверное. Сейчас тебя присумоним. Никуда не крутусь. Сделаем все точно так же. Фаемся, хилимся, кушаем и встаем на свои места. Сумоним, кого не хватает, и начинаем. Славика присумоним сейчас. А поставьте, пожалуйста, кого там есть. Пихните на сум и поехал. По бафам смотрите, что не хватает, кушать и будем начинать. Баффа нету, вижу, лапки нету. Поехали. Покажите. Ну, отпивайте. Лапку. Скюрет, кинь НР3С. Фух, тоже кинь НР3С. Чего-то не хватает. Беса призовите. Тебе на исходного как стояли, так и стоим. Все нормально. Так, как он. Санек, ты под босса. Да, да, сейчас, секунду. Ну, Диана, слышишь, Диана, можешь посерединке встать вот тут вот, примерно тут, да, только от копья отбегай, только от копья отбегай и все, все нормально будет. Давайте, ребят, в кружочек подойдите, кто со мной тут стоял, Вуди Аллен, кто там еще? Возьми шапай, говорю. Все, окей, сейчас возьму, присумаю. Все, мы подождем, мы будем начинать. Врыка он зайдет, сказал сейчас. 2 секунды. Давайте в кружочек уже становитесь. Так, Славик, у нас танк. Все милики в Армагеддоне уже стоят, никто ничего не тыкает. Все, его перенесу. Начинай, смотрите, по бафам пока что не хватает. Или ты в кружке стоишь, не забыла, да? И по моей команде отбегаешь. Как копье в нашу сторону фиолетовое летит, либо влево, либо вправо отбежало. Кидается метка безликого, или как-то так это дерьмо называется. Бежите перпендикулярно к выходу, откуда мы пришли. Может хилиться, хилите сами себя, кто с меткой. Маги прожимают глыбу, паладины прожимают бабу. Так, все, Славик, начинай. И поехали. Гро, ребята, следите. Важно. Посты сбивают рок. ДК, там 2 ДК. Другая пати. Отбежали. А если вернулись. Чина, ты считаешь? Просто считаешь и все. Другая пати. Отбежали. О, долго очень реагируете. Прям внимательно. Моя группа. Побежали влево-вправо. Отбежали. Вернулись теперь. Будет метка, смотрим внимательно. На ком метка безликого? Летрион. Моя пати побежала влево-вправо. Вернулись? Погро, ребят, следите.
Нет, по мане, чё, как там? Давай рост. 10к оставить. Принял. Так, все, вернулись на свои места. Все, я пошел хилить Вейда в ноги. Так, я хилю Вейда. Все, я без маны. Не хватит маны. Все, так же бегаете, я стою, хилю Вейда. Косина, не хили рейд, не надо. Просто считай ДК. Хлю он бьет, блядь. Бред какой-то. Что за ваншот почти был? Порох. Где вытирать? Могли бы там шепотучку. Сколочек, наверное, выпал. И не хочет. Ну что, последний босс у нас. Ребята, кто тут может зайти на РДД? ЕП потом на кого надо начислим. С миликов желательно, чтобы вообще все перезашли. Могу на Элима. Вообще на любого там. Тут милики абсолютно бесполезны. Не то чтобы абсолютно. Леонар, прошу тебя, ПК можно оставить Вара. Запускаешь этих дураков, да? А блин, мы тут на Мимироне трэш, короче, не это. Не почистили. Ну пошли почисти поле. Португи. Оранжерея жизни. Прям где почистим, там двух мобов надо убить. Оранжерея жизни. Я захожу. Сейчас. Ты тут? Да-да-да. Мы не сделаем плюс ван. Очень долго будем бить. Алганя! Хоть хилов подождал. Да я что-то хуй знаю, блядь. Смертных союзников мощью грома! Мобы контролятся, фирятся, можно дать стан. Присумай? Да подожди ты. Тут люди трэш не хотят бить, ну мне тоже плохо. Пати хотя бы дать. На ком-то я тебя не вижу. Питки, не заходи, я тебя поделаю сейчас лесу. Портал оранжерея жизни. Помогите, приди, тут двух мобов надо зачистить. Приходите сюда. Стойтесь, там рядом с этим... С выходом стоит портальчик. Оранжерея жизни. Квести на угре сидит этот гоблин, блядь. Будет став шкафчик. Смотрим, что война ебом начинает. Я там уже ставил сейчас на эту. Короче, КД. Понял? Питкин, спекайся в танк. Ты че, Слава, куда ушел? Да, чинюсь. А? Чинюсь. Портуйтесь на Фрею. Так, спрятался и... Портуйтесь.
оранжерея жизни. Иди питким танч. Забирай мобов. Двоих сразу на себя бери. И на пулевоте на питкина. Что за, блять, ваншоты такие? Кокосина, ты где там обитаешь? Наиграли с Мудук? Надо звездочку бить, одновременно их надо слить. Не надо, я проферяю второго. Да куда он ломится, ебаный рот? Раньше баф на них починили. Боль разлуки. Когда они расходятся, эти мобы, они на себя 150 урона вешают. Паладины, станьте их точечно. Добивайте звезду. Просто какой-то дурачок начал их филить. Пошло все по жопе. Дурачок? Это благодаря мне мы выжили сейчас. Не надо было фирить тебе до этого. Просто стоят. Питкин сдох, Вой сдох. Они, он не сдохли из-за того, что ты их разъединил, они дебаф получили. Нихрена, нет. Питкин сдох сразу. А вообще можно сливать одного, а второго фирять. И второго заливать в фире, и все будет нормально. А где носки? Слишком сложно для нас. Теперь далее все где носки по косарю. По косарю на починку, ну-ка быстро. На будущее. И за прошлые, блядь, вайпы нахуй. Так, смотрите, два танка будет, Питкин и Войд. Ваша задача на первой фазе, вы стоите под Сарой. Славик, ты там агришь лужи. Серед будет стоять во мне, в синем квадратике. Обтерпку у кого есть, покушайте, и будем начинать. Так, кто пойдет в порталы плюс, поставьте 10 любых человек. Вообще абсолютно насрать кто. Хотя, мне кажется, профитные ребята. Вся четвертая апатия пойдет по-любому, или кроме Лилии, скорее всего. Пасина, ты хилила эту комнату или нет, или мне туда с ними идти? А чё бояться туда заходить? Похуй, пускай заходят и хуярят щупальца, блядь. Отворачиваются от черепков, которые висят в воздухе, блядь. И бьют щупальца, и пиздец. Так, конскюрит, перепух, старая репа. Это три уже. Старая репа. Вся четвертая группа, кроме Лилии. Тем это уже 7 человек. 7 человек. Так, Кокосина, 8. И кого еще? Ты этот. Не Адел, ты бывал, нет? Там в комнате знаешь, что делать? Да тут же бывал вообще. Просто в порталы зайдут люди, желающие, блядь. Лилия, зайдешь и Джаспанк. Со столбами, с этими здравомыслия, главное, в зеленые столбы забегайте, резайте, пиздец, и все. Пятерых человек, конечно, не хватает. Ладно, посмотрим, что получится. На третий герой, и все. Мобы добиваются. Да, третья, четвертая. Я похилю. Ты перед порталами, наверное, еще щитки покидай, и все. Да, Джаспанк и Лилия. Шулечка, ты в свету остаешься. А че? В свету остаешься, в портал. А нам что, еще 4 босса? Вы меня обманули? Не-не-не, да. Еще вас осталось. Вот этот еще. И все. Ну все, пойдемте. Синий квадратик. А танка под Сару. Сирать стыд во мне. Сорвете ему ба, сами танкуете. Я оставлю метку, вы точечно в нее играете. Пейте на месте во мне. Убейте ее. Третья группа слева.
четвертая группа. Да. Мам, дайте, алло. Пожалуйста. Крест тебе, да? Алло. Очень много мобов будет, как у себя готов ментальный страх, когда мобы к нам побегут. И вроде моб сразу страх кидает. Точек с меньшим хп кружок бейте. Быстрее, быстрее, быстрее. Банки пейте. Меньшим хп всегда бейте моба. Иди, не убивайте ни в коем случае вот как сейчас мобов. Только по старой, всегда. Конскюрит, смотри, твой портал первый слева, перепух второй, старая репа твой третий посередине. Джаспанк твой четвертый слева. Ку поставлю, четвертый слева. И Лилия пятый слева, самый дальний. Соответственно, сектор газа твой первый справа, Суслятинка твой второй справа, Саразия, Мак, или Сарейс, как правильно, твой третий справа. Петрион твой четвертый справа и мой самый последний твой справа. Кружочек бейте, у него меньше всех хп. Не убивайте в рейде ни в коем случае. Умираем. Кружочек бейте опять, у кого меньше хп. Кружочек, кружочек. Он следующего. Преодолевайте мобов. Замедляйте, замедляйте, ДКшники. От большого щупальца все отбежали, вот у нас сзади там. РДДшки все большое щупальца. Ставил синий квадрат. Ставил трусы. Милики к нему вообще не подходят. Милики, бейте маленькое щупальце. В зеленые столбы забегайте, чтобы у вас всегда сотка была здравомыслия. В дебафах посмотрите. РДДшки бейте, тяжело щупальца большое, бейте, бейте РДД. С лучом сбегаетесь, как на лане. Добивайте, большое щупальце. Пакт сбежался, Трися, Санек. Все, и пойдем ко мне, я тут справа скоро в порталы буду заходить. Занимайте свои места, ребята, сейчас порталы скоро будут, занимайте места. На лучах в этих не стоит тонких. Пакт сбежался, красный пакт сбежался. Сейчас порталы будут, готовьтесь, ребят. Питки, заходите. Беги навстречу, блять, на второй конец. Заходим, заходим, заходим. Комната очень. Свободный портал видите, заходите. Не заходи, не стой на него. Вот. Привет, с диспель с меня это дерьмо. Яд с диспель. Уже поздно бабу прожал. Красный луч, сбегитесь. Мон. Пел. Давай, ставим и побежали. Все в большой. Все большой щупаль. Все к большому, идите бейте, милики хуилики. Выйдите из комнаты, у вас 20 секунд есть, чтобы резнуть здравомыслие. По моей команде подходите к порталам, начинайте выходить. Подходим к порталам, 10 секунд, выходим, начинаем выходить. Входим, выходим, 5 секунд. 4 секунды. 2 секунды, выходим, выходим, выходим. Зеленые лучи рез эти ходим свои. Не в тонкие, а в толстые столбы. У стенок большие толстые лучи, у стенок. Да, 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 не выйдите. Туда. Не вы порталы, ребята, 5 секунд, 5 секунд порталы. Эти щупальцы, да-да, чё вы, блядь? Тяжело щупальца слить, кто достает треугольник. Все, заходим в портал. Заходи, опять. Оно пропадет, заходи, пропадет. Не достаю, слишком далеко. Давай ставим. На большое побежали, на большое. Все большое бьем. Забили хуй.
Большое щупальце, алло. Бьется. Свету бьет стан. Большое щупальце. Когда стан на них бьет большое бьет. Сколько до выхода? 20 секунд. Тебе. Че, вы теперь выходим. Добьете, да? А, добивай. Добивайте. Все уже, фаза. Выходим. Все, выходим. Сыграйте по щупальцам, а то в дебафах утонет. Хотя бы. Добивайте щупальцы. Отвернулись. Спиной к боссу повернулись. Да, милики, убивайте весь этот мелкий трэш, который бегает. Тяжело щупальца убейте, ребят. Надо собрать трусы повесил. Трэш до 1%. Рост? Милики, бейте трэш. Отвернулись. Спиной к боссу стойте. В морду бейте его. Он идите сюда, в синий квадрат. Идите в синий квадрат, все. Перед мордой встаньте. Уйди, трэш. И все, и тут стоим. Повернулись к боссу. По моей команде. Теперь повернулись, бьем босса. Стойте тут на месте, я схожу здравомыслие, арестом. Вот Торим. И уйди, Славик. Он их добивает. Милики, бей. Сейчас надо будет отвернуться вроде. Ну там. Кинул маяк это. Разлей в лужу, Димас, рядом тут с нами. Замедляющий. Славу хильте. Мелкого добей, чтобы он исчез. Теперь кружок бейте, милики все. РДДшки все бейте босса. Вернулись, бейте босс. Кружочек. Геру дайте. Геру. Слили, сливайте. И слить. Убейте ШП. Кружочек поставил, убить ее, убить. Ты войск. Сука. Скюри, переса Питкина скорее. Дармагеддон, давай тоже войск. Так, старорепа, выйди, дай масфир в этих уродов. Торгаза, готовься приморозить их после эфира. Вот приморозь, видишь, они стоят в одной точке все. РДД, спасайтесь от мобов, они могут на вас. Добивайте. 1%. Я осколками тут параша. Лилия, ну что у тебя такое? Зеленый столб. 100 стаков здравомыслия. Столб забегаешь, весается. 20 стаков за секунду. В зеленую хуйню такой под стенами видела. Че, все? Все, Алгалон остался. Не пойдем на Алгалона. В смысле? Там сколько ни хера не падает. Ну тогда 1000 ИП. Хорош, блин. С Алгалоном 3, блядь, без Алгалона 1000. Че, я зайду на Алгалон? Заходи, кому-то надо. Заходите на чаров, на каких надо ИП. Че, ты хочешь без Алгалона, что ли? Конечно, че, я уже все спать пошел, время 10. Хорош, блин, там 3. Я только из нее пошла. Может, вы раску сейчас соберете? ВВК. Я больше с тобой не пойду, понятно? Козел! Заходите. Ой, бля. Ты, кстати, снял паладину там какому-то 1000 ГП? Да. Сугроб, все отлично. Давай ЕП и расходимся. ГП? Нет, ЕП.
Да я что-то хуй знаю. В смысле? Не буду давать, наверное. Давай! Старый репо, по-моему, не с самого начала был. Кто там еще, ребята, подходил? Из пула был. Стоит, поим, дайте нормально. Откуда ты, старый реп? А, ты два босса, по-моему, убил. Ну, накинь ему 500, старый репо, точечно. Чё за этот? Кауэр, он ли тайм, они на ком были? Он ли тайм, это, по-моему, козырь. Ага. Ксала, вижу. Слышишь, Славик? Тишка. Начисли старая репа 500 ЕП и кикни. И массово начисли. Ну давай, пати на дрейда. Какой еще раз ник? Ну там поставил черточку. Ага. Так, кто там еще? Секунду. Актулгалы с полрейда. 1500 ему накинь актулгалы. Старая репа 500, а лактул голы 1500, и все, и остальным 3. Кикнешь их только. Не забудь. Левых. Перепух у нас с какого босса был примерно? Тогда я ассисты, чтоб кикнуть, или они сами Сторима. Вливают. Сторима. Кикай актул голы. Сейчас, секунду. Перепух тоже, да, косарь? Мырки-фырки, кто такой? Сеторгазы. Вижу. Торспула, по-моему, был. Да я тебе уже накинул перепух, что не видишь. Тебя начислили уже. Кто уголы, старая репа, перепух. Так, ну что, все, да? Че, три косаря? Да-да-да, начисляй. Начисляйся. Че, красавчики? Да, всем скучно, спасибо, скучно, давайте. Вообще. Вот без плюсов. Прям супер. Скучно вообще. 18 коллег сходили.